все подошли к этой опере, согласились подойти с каким-то новым взглядом, то есть взглянуть на это по-новому. У нас в Новосибирском театре действительно очень талантливые исполнители. Это, я надеюсь, не в первый и не в последний раз нам удастся доказать. Василиса, хотя она не является итальянской певицей, но на нее особенный спрос именно в Италии, в Германии, в других европейских странах. Она настоящая европейская певица высшего действительно класса. А что касается гостей, Франческо на сегодняшний день это вот один из тех графов, которые именно в Италии пользуются большим спросом, так что, конечно, для Новосибирска это очень важно. Сегодняшний зритель, который познакомится со спектаклем впервые. Кто-то будет слушать эту оперу уже 200-й раз. Но мне кажется, что каждый сможет найти для себя, ну, какую-то изюминку в этом.